Ну вот, друзья, побывал я сегодня на мероприятии, очередном мероприятии. Это уже пятые мои липкинские поминовения. В 2014 году, после приезда в Анапу, я сюда впервые приехал. Первый раз я здесь еще был в форме забайкальца, забайкальского казака. Ну, как все прошло? Прошло все торжественно, организованно. Началось, естественно, с построения. Потом прозвучали гимны России. Гимн Кубани. Выступали атаман Далуда. И, конечно, память о героях казаках, погибших на Липкинском посту. За свою родину, за веру православную, за нашу с вами мирную жизнь всегда будет с нами. Слава Кубани! Слава России! Слава кубанскому казачьему войску! Также выступили и другие представители войска, администрации. Потом был молебен. Ну, потом было торжественное прохождение маршем. Уравнение, выровняли!
проведение торжественным маршем продолжается. Мероприятие заканчивается. И оно ознаменовалось тем, что атаману районного казачьего общества Валерию Плотникову был присвоен чин войсковой старшина. Сейчас еще будет здесь принятие присяги. Вот. Будут на кресте Евангелия присягать на верность Отечеству и казачеству. Пресса – это анапское наше телевидение, Анапа регион. Фотографирование на память. И, в общем-то, все закончилось на этом. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а сейчас здесь будет вот поминовение. Все-таки дождик прошел, но он такой был щадящий. Мы, в общем-то, почти не вымокли, но он немножко нас заставил побыстрее закончить нашу трапезу. И что самое тоже такое интересное, что к нашему столу подошел войсковой атаман Николай Александрович Долуда. Вот. Ну, я это, конечно, не снимал, я такие моменты стараюсь не снимать. Вот, ну вот такая красота сейчас здесь стоит. И мы сейчас выезжаем.